ситуация в отношениях Азербайджана и Ирана обостряется. Накал страстей и взаимных обвинений растет, и никто не хочет идти на уступки. О том, что происходит в отношениях Азербайджана и Ирана, и почему Тегеран сейчас решил пойти на обострение, рассказал в интервью «Зеркала АС» российский политолог Олег Кузнецов. «Мы видим, как идет обострение в отношениях Азербайджана и Ирана. Глава МИД Армении полетел в Тегеран, а глава МИД Ирана сегодня уже находится в Москве. Что происходит? Какие процессы сейчас развиваются в регионе?» «Ситуация с Ираном мне более или менее понятна, причем не в области политической, а более в экономической. Китай, главный потребитель иранской нефти, в последний месяц начал испытывать очень серьезный ресурсный голод, что может крайне негативно сказаться на его макроэкономических показателях и на состоянии экономики в целом. А эта ситуация неизбежно ударит по политическим амбициям Ирана. Официальный Тегеран уже долгое время ведет перманентную войну за господство, если не в мусульманском, то в шиитском мире, содержа на всем пространстве Большого Ближнего Востока многочисленные военизированные группировки, все названия которых даже и не упомнишь. То есть экономика Ирана нацелена под обеспечение идеологических амбиций, что очень роднит по духу и образу действий на международной арене эту исламскую республику с распавшимся 30 лет назад Советским Союзом. Там тоже тогда бредили идеологической доктриной, поддерживали по всему миру революционные и национально-освободительные движения. А к чему это все привело в конечном итоге, мы все прекрасно знаем. Одной идеологией накормить крайне сложно. Нужно постоянно в еду подсыпать перца, чтобы получать из населения все новые ресурсы на общем неблагоприятном фоне внешней макроэкономической обстановки, чтобы объяснить ему очередное понижение его уровня жизни. Обычно в таких случаях используют образ внешнего врага, что мы сейчас наблюдаем в Иране. Но если в таком качестве раньше выступали США, Израиль и их европейские союзники, то теперь этот список расширен еще на Турцию и Азербайджан. По сути, для Ирана ничего принципиально не изменилось, так как продолжает эксплуатироваться все та же модель внешнего врага. Но теперь в их расширенный список версии 2.0 попала ваша страна, из-за чего теперь заболела голова у официального Баку, но не у Тегерана, так как она у него болит давно и неизлечимо. К тому же надо понимать, что Иран – это страна глубокого социально-религиозного межевания, внутри которой граждане делятся на людей первого и второго сорта, на тех, кто служил или обслуживал корпус стражи исламской революции и всех остальных, кто к этой структуре не причастен. В Армении, кстати, до недавнего времени было такое же разделение – на Иркрапа, то есть тех, кто служил в оккупационных войсках в Карабахе, и на всех остальных. А до этого подобное деление было в нацистской Германии, когда население делили сначала на арийцев и неарийцев, а потом на членов НСДАП, САСС и все прочих. Поэтому лично для меня неудивительно, что в армяно-азербайджанском противостоянии иранский режим поддерживает Армению, а не Азербайджан. Общественное устройство двух стран тождественно и зиждется не на социально-экономической, а на политико-идеологической стратификации. Пусть идеология современного армянства не тождественна теократической идеологии шиизма, но по своему воздействию на массы населения они мало чем друг от друга отличаются, а поэтому понятны на интуитивном уровне. Обычно честные бизнесмены из разных стран трудно находят друг с другом общий язык, а преступники легко, так как они вне закона в любом человеческом обществе. Этим и объясняется взаимная любовь шиитских аятолл и армяно-григорианских католикосов, одинаково противопоставляющих себя всему остальному населению. Подобное притягивает подобное. Прошел год с начала Второй Карабахской войны. И ровно через год мы видим обострение более глобальное, затрагивающее весь регион. Какое развитие ситуации вы видите? Я не уверен в том, что нынешнее обострение Ирана-азербайджанских отношений будет иметь какие-то глобальные последствия для Азербайджана, если его власти сами не захотят иного. Условному Западу было бы очень выгодно втянуть Турцию и Азербайджан в свою антииранскую политику, а под шумок выставить в негативном свете и Россию.
представив ее союзницей Ирана, по крайней мере, в глазах турецкого и азербайджанского общества. Годовщина победы Азербайджана в Карабахе – очень подходящее и удобное для этого время. Поэтому я не удивлен, что вся эта идеологическая пропаганда так рьяно разворачивается именно сейчас и именно вокруг Азербайджана. Я более чем уверен, что если эту тенденцию вижу я, то не менее отчетливо ее наблюдают компетентные и ответственные люди, как в Москве, так и в Анкаре и Баку, а также в Тегеране. Сейчас идет проверка на слабо лично вашего президента и его ближайшего окружения с элементами самой гнусной лжи и подлых провокаций. Потенциальные выгодополучатели или бенефициары от последствий этой информационной волны совершенно очевидны, и они находятся не на Кавказе. Шторм пройдет, ветер успокоится, волна уляжется. Ни Ирану, ни Азербайджану, ни России, и даже Армении глобальная война абсолютно не нужна. И этот факт прекрасно понимают в столицах этих стран. Как в России оценивают последнюю геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа? Я не вхож ни в высокие кабинеты Кремля, ни в коридоры МИД России, а если бы был вхож, то не имел права сказать вам правду. Но судя по субъективным ощущениям, а они меня пока не подводили, российский политический истеблишмент занял выжидательную позицию, а бизнес-сообщество готовится к интервенции на внутренний потребительский рынок Ирана. Российские аналитики глобального рынка прогнозируют продовольственный кризис в Иране и готовятся к товарной интервенции, заранее готовя под нее юридическую почву. Российский бизнес готов подмять по себя иранский рынок зерна и связанное с ним животноводство и птицеводство, что полностью соответствует политике Кремля в Каспийском регионе. Иран прекрасно осознает ущербность своей продовольственной безопасности, грозящей многочисленными внутриполитическими рисками. Поэтому реальная война против Турции и Азербайджана может иметь для него катастрофические последствия, и официальный Тегеран трижды подумает, прежде чем начать ее. Кремль ему на это, я полагаю, всячески будет намекать.